Нет, блять, надо меняться вовремя. Ну все, четко, значит, после двух выстрелов. Давай. На старте я беру пулеметчика, Арсен берет, видимо, этого... Ракетчика, снайпера, да. Потом пулеметчик. Давай, беру пулеметчик. Скажу, короче. Я заменяю потом Арсена. На пулеметчик. Да, на ракетчике. Все, пулеметчик на мне. Уводите на дальний угол, уводите. В дальний угол уводите, кажется. Да, Арсен, да, левый, да. Верхний угол. Один да. Сюда, короче. Серега, правый сюда. Верхний. Пулеметчик на этом, на старте. Есть, кружу его. Вспышка. Ага. Так, второй выстрел у пулеметчика пошел. Да, да, да. Арсен, иди на снайпера. На снайпера. Раз, вспышка, раз, вспышка, у снайпера. Ага. Блин. Да, я уже это понял. Надо к нему по максимально быстро подходить, типа вот в упор. Я знаю. И стрелять надо по нему. Пока он прям не развернет. Так, давай, агро на этого пулеметчика. Агро. А не, я агро этого. Ракетчика. А, ну да. Все, ракетчик на меня. Дроны. Вынес. Ну, вероятно. Нам пизда серая. Ладно. Нам вообще надо не умирать, да, по факту. Один раз помрем, все, пизда, блядь. Да, снайпер, хотя... отведите. Отвожу снайпера. Арсен, бери этого гранатометчика. Вот, который у меня был. Бля, гранатометчик. Так, ты поднимешь это все? Поднимай, Серега. Снайпер на мне. Нормально. Я знаю. Вижу. Все. Он на мне. На втором выстреле или на вспышку, скажу? Так, гол поменяемся, короче. Баки, так. Бери этого пулеметчика, я ракетчик, Арсен снайпер. Блять. Беру пулеметчик. Хорошо. Арсен, бери снайпер. Блять. Беру пулеметчика, короче, блять. Меняйте всю жизнь. Да, пулеметчик на мне. Бля, ща ракету. Да, блядь. Ты ж переживешь. Да. Нет, блядь. Мне мало было. Да, уже потому что все. Тихо. Я пережить-то переживу, но анимация собьется все равно, смысла нет. А, ну да. Блять, один раз, если в старте падаем, пизда, все просто. Ну там пиздели. Уже они, да, начинают кучковаться, их там разводить. Там уже. Вообще никто не должен падать, блять, иначе реально пиздец. Ну, блять, да, это опять же целая тима должна быть с микрофонами, блять, я хуйню, это пиздец тяжело. Это еще Арсен, блядь, второго босса не видел. Это парк компьютер, блядь. Это вообще пиздец, блядь. Да. На самом деле для меня Цербер легче, блядь, чем этот компьютер, блядь. Рот его ебал. Это невозможно, я дерьмо. Хуй так. Ну что, мы сдаемся или еще? Или еще попробуем? Да хули, блядь. Блять. Керсен. Ну его нахуй или как? Я еще раз. О, нормально, блядь.
У того человека представление теперь появилось, что такое рейды, блядь, в этом говне. Кстати, да, этот, Лёх, приятно. Ну, кстати, сейчас... ваши рейды-то, в принципе, танчика можно вообще в легкую отхуярить. Летающее вот, говно вот... тоже. Кстати, вот не, вот этой тимой, да. Вот серьезно, вот этой тимой, да, вот Арсен сразу прохавычит. То есть, в отличие от того долбоеба, блядь, которым мы были. Вот это пиздец какой-то, блядь. Что, ну та? Легче, кстати, да, попробовать пойти. Слышишь, может рестартнешь? А, блядь, сейчас еще этот. Слышишь, серый, нам еще чистить лагеря, блядь. Да, да, да. Да. Вообще. Пушки, да. О, в смысле, в лагере ничего не падает. А, с боссов туда? Да, мы хотели, я на самом деле, да, планировал хотя бы первого танка. Все упирается в четвертого игрока. Все упирается только в четвертого игрока. Я беру пулеметчик. Все, есть. Есть. Блять, черт, ни разу не попал. Блин, как-то странно их свели, короче. Серый, ты каждый раз куда-то не блядь, туда старый, отводишь. Старый, сука, маразматик, ему говорят на дальний правый угол, он не слышит, блядь. Он а зачем блядь? Сначала сюда, потому что я тут, блядь, ебаный урод. Пулемет, бля, братан, с пулеметом реально ты катить приходится вот на средней дистанции, она довольно геморная, блядь. Давай. Да, да, да. Вторая спичка пошла. Гоу поменяемся, бери с этого. Арсен, бери снайпера, я беру снайпера, да, гранатометчика, а хуй там плавал. Бери гранатометчик. Беру гранатометчик. А, я понял. Я беру пулеметчик тогда. А, ну все, блядь. Давай. Ну, пизда. Давай, давай. Бля, хуй там. Бля, в рот я ебал. Так, просто. Тебе придется походу это поднять, короче, кого-нибудь из них, потому что. Да в пизду уже кого-то поднимать. Мы ну, по-хорошему. Нам не думаю, просто. Мы по-хорошему просто не должны сдохнуть, блядь. Будем читать. Ну это да. Будем читать. Мы по-хорошему реально не должны сдохнуть. А иначе, блядь, невозможно.